Всем добрый день. Получил посылку с eBay. Вот такой вот моноподик зеленого цвета. Заказал его на eBay за 150 рублей. Вот. Даже цвет выбрал сам. В принципе, цвет совпал. Не было никаких несовпадений. Вот. Вот он так вот раскладывается на такую длину. В принципе, довольно-таки большой. Провод маленький здесь. С одной стороны есть кабель для синхронизации с телефоном. Здесь на поверхности такая кнопка. В принципе, работает. Никаких вопросов к нему нету. С передней части такая вот пружинка, скажем так. С резиновой какой-то изоляции, чтобы не повредить телефон. Вот взял специально свой старый телефончик. Вставляется, раздвигается. Здесь с этой стороны или с этой стороны подключается провод. Включаем его. Раздвигаем, и в принципе фотографирует. Вот. Ну, довольно-таки держать его. Фиксировать надо. Фиксатор здесь имеется с одной стороны, чтобы держал телефон. Вот только крепче зажал, и в принципе он держится. Так что да, практически для любых телефонов. Раздвигается она большой, даже для 6 айфона подойдет. 6, 6s тоже спокойно подойдет. У нас в городе такие стоят что-то около 500 рублей. А тут вот 150 рублей всего. Здесь она расслабляется. Можно сдвигать и фиксировать. В принципе, очень удобная. В поездку куда-нибудь брать взял, кинул рюкзак. Много места не занимает. Вот так вот. Всем спасибо.